Задержанный с поличным наркокурьер и вроде бы вины не отрицает, но ведет себя, мягко говоря, странно. И это не страх или раскаяние, а скорее нормальный человеческий стыд. Кадры личного досмотра по понятной причине не показываем, но вот итог – это внушительный сверток, который внезапно извлек задержанный откуда-то из потаенных интимных недр, прикрытых исподним бельем. Что это сверток делал у вас в трусах? Просто наркотик. А? Это наркотик. Это наркотик. Что за наркотик? Не знаю. Оперативники, конечно, народ бывалый, видели всякое. Но вот простой обыватель мог бы искренне удивиться находчивости и смекалке наркокурьера. И вот этим ты хотел травить наших детей. Обвиняемый приехал в город Саратов по приглашению своего друга для того, чтобы работать на стройке. Но последний ему предложил распространять наркотические средства на территории города Саратова. Он согласился. При попытке сбыта наркотических средств он был задержан сотрудниками наркоконтроля. В ходе личного досмотра у него был изъят наркотическое средство героин общей массой 213 грамм. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункта Г части 4 статьи 228 прим. 1, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.